Сноуборд фирмы Liptech, модель Travis Rise Gold Member. Одна из топовых досок линейки Liptech. Сноуборд идеально подойдет для катания во фрирайде, также хорошо подойдет для катания по подготовленным трассам. Подойдет для людей с уровнем катания ниже среднего, среднего и выше среднего. Прогиб XC2 – это два кембера под закладными и резкий агрессивный рокер между закладными. Геометрия Directional – доска полностью направленная, с коротким хвостом и с более длинным носом, который позволяет ей без труда выплывать в глубоком снегу. Средняя жесткость. Доска имеет наборный сердечник из трех типов дерева – осина, павловния и бальзовое дерево. Сердечник имеет оплетку из триаксиального стеклового окна, то есть трехнаправленного, и базальтовых волокон, за счет чего доска получает супервысокую торсионную жесткость и максимальный контроль на скорости. Синтерированный скользяк, суперпрочный, хорошо держит парафин и очень круто скользит. Технология Magnet Traction, за счет которой доска имеет 5 дополнительных точек касания во время перекантовки со склоном, и бампер. Там, где зона канта нерабочая, кант не ставится. Здесь идет вставка из полимера для того, чтобы доска не ломалась, не крошилась и не слоилась в случае сильного удара. Сноуборд произведен вручную в Штатах на заводе Мервин.